Телерадиокомпания «Удмуртия» – это уникальная компания. Мы единственные, кто освещает жизнь людей нашей многонациональной республики на трех языках. Наши авторские программы пользуются популярностью, а наши журналисты выезжают в любую точку Удмуртии в любое время года за самыми интересными новостями. Взгляды редакторов, строгий голос режиссера. Я вижу умных людей, и здесь целое море самых красивых женщин с красивыми глазами. Фигуры грации, афродиты алыми губами. Теперь приходится смотреть на этот мир из рамок, из кинокадра рамок. Телекомпания «Мой замок», стены киноленты, бастион, картин, композиции. Моя Удмуртия 10 лет не меняет позиций. Чем вся моя Россия. И пусть там кто-то кричит, в Москве все по-другому. Мои Удмуртии, брат, совсем иные законы. Мужчины сильны, а женщины настолько красивы. Телеканал в номинации, достойные мира. Республика большая, не сможешь и поверить, что вся Удмуртия на улице Песочная 9. Когда близкий человек тебя предал, может, ты не ту полюбил, и у тебя больше нет никакой надежды. Думаешь, если она тебя с первой ходки не дождалась, со второй дождется? Но она не может так со мной поступить. Есть только один выход. А ты ведь беглый. Забыть все. Беглый. И начать новую жизнь. Звать Петя как? Николаем зови, не обижусь. Ты знаешь, что Полина моя невеста? Прохожий он человек. Сегодня тут, а завтра ищи его где подальше. Вторая жизнь Федора Строгова. Смотрите на нашем канале.